Так, сейчас мы пришли по душу Амирова Данила Ильдаровича, который является уклонистом. Сейчас будем делать розыгрыш, собственно говоря. Вот. Сначала мы пугаем, а потом своем прекрасную песню для его прекрасного лица. Да. Поехали, посмотрим, что из этого получится. Итак, Амиров Данила Ильдарович у нас уклонист от армии. Наконец-то дождались. Добрый день. Амиров Данил Ильдарович. Просто по вашу душу пришли. А что случилось? Дело в том, что пришла повестка. Вот, то, что вы уже в розыске, как бы, не могут вас... Добрый день, заранее предупреждаю, ведется оперативная съемка. Здравствуйте. Здравствуйте, кто-нибудь еще в квартире есть, кроме вас двоих? Нет, нет никого. Бабушек, дедушек? Оружие, наркотики? Нет, нету. Хорошо. Вот вам повестка пришла, то есть вы как уклонист, за это предусматривается наказание. Вот что можете сказать на это? Не знаю, не уклонист. Паспорт есть, документ? Да. То вам нужно будет расписаться в данный момент. Ручка есть. По нашим имеющимся данным, к вам много раз приходили по вашему адресу регистрацию, по месту прошлых проживаний. Вас там не было, вас очень долго искали, порядка года. Вот, сейчас нам удалось вас найти. Понял. Вещи первой необходимости необходимо будет собрать. Не в порядок никуда. Почему? Не знаю, как делается, чтобы квартиру заламывать. Нет, ну слушайте, мы тогда будем вызывать наряд. Там уже другой разговор будет. Усиленную группу оперативного задержания. Вам интересен данный факт? Нет. Чтобы вас заковали наручники, посадили в кутузку, в бобики. Может, лучше приедете с нами на комфортабельненький Арио. Давайте. Что делать надо? Надо расписаться вот здесь, пожалуйста. Автограф. Подожди, а может ты сначала какому-то адвокату напишешь? Сотки. Уточнишь. Все на законных основаниях, понимаете? Ну я понимаю, но нам же тоже надо как-то. Да, конечно, можете на видео нас снимать. Вот автограф вот здесь поставьте, пожалуйста. Так. Собирать вещи? Да, собирайте вещи. Но здесь просто военный билет либо приписное удостоверение. Теплые вещи не забудьте. А сейчас куда поедем? Сначала в военкомат. Думаю, зачем теплые вещи нужно уточнять, не нужно? Не знаю, зачем. Нужно. В связи с нынешней геополитической обстановкой в нашем государстве и соседних государствах не исключено, что вашего молодого человека призовут на службу. Порядка мобилизации частично, потому что до юра она еще не закончилась. Так, футболки, носки, что еще взять надо? Футболку, носки, мыльно-рыльные. Наташа, возьму твою какую-нибудь одноразовую. Товарищ мой сержант, может обыск проведем? Обыск? Да. Ну так, на всякий случай. Давайте, да, такой поверхностный. Какой? Обыск. Вдруг у вас что-нибудь запрещенное лежит? Нет, ничего у нас. Точно? Все так говорят, конечно, а потом автомат находится. Ну, смотри, интересно образом. Так, рюкзак собрали? Да, вроде да. Так, что положили? Трусы, носки, мыльно-рыльно, документы. Вот я, правда, не проверил. Все необходимые документы возьмите, пожалуйста, сразу. Ну, я могу поехать? Нет. Папку, смените, если есть медицинская амбулаторная карта, чтобы ускорить прохождение военно-врачебной комиссии. Ну, вроде все. Так. Больше ничего не забыли? Все. Документы, мыльно-рыльно. Да, вроде все положил. Хорошо, обувайтесь и выходим. Мне одеться только надо. Давайте. 5 минут хватит вам? Не минут хватит. Я больше не знаю, да, получается? Кто знает? Скорее всего, нет. Забыл предложить. Вы ничего не забыли, уважаемый молодой человек? Пакет только вот. Мне кажется, вы забыли предложить. А, ну да.
Видишь? Держи. Опа. Все спокойно. Поздравляю вас. Желаем вам гармонии и быть вместе всегда. Хотели бы для вас спеть песню. Любите девушки простых романтиков. Я считаю, что молодой человек ваш, он действительно неисправимый романтик. Девушки простых романтиков, важных летчиков и моряков. Эти девушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе Минсель я ротам, белым светом быстрый самолет. Но познает с днем рождения девушку свою, делает пилот. Этим смелым парням и беда, не беда, будь и потная им помогает звезда. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Давайте поаплодируем. Ура! Данил, ты красавчик, молодец, слушай. Я думаю... Вам спасибо. Всегда пожалуйста. Я самого рачка устал, Ну, я вижу, самое главное, это эмоции, самое главное. Ну, самое главное, это хэппи-энд, который, в принципе, и произошел у нас. Отпиздит, вы уйдете. В двух словах, вот, как, что испытание? Такие, наверное, только, разные эмоции, только да? Матом. Одни мысли и то а только это матом. Это костюмы? Это, да, это бутафорская форма. Вот. Ребят, ну, поздравляю вас. Спасибо. Береги, как зеницу ока. Давай. Все, спасибо еще раз. Здорово отыграли, все здорово, все четко. Все, спасибо, давайте, салблодис.